Мало кому в здравом уме нравится процесс уборки, уж очень неблагодарное это занятие. А с тех пор, как появились роботы-пылесосы, вообще никакого покоя не стало. Только устроишься полежать на мягком ковре, как тут же подползает это чудовище и начинает зажевывать твои волосы. Еще одно жутко скучное занятие – это, конечно же, мыть посуду. Если судьба не наградила вас посудомоечной машиной, то берите все, что нужно помыть с собой в ванную. Сэкономите воду, мыло, а заодно и сами помоетесь. Все знают, что в клавиатуре всегда полно мусора, но чистить ее при помощи пылесоса – это очень плохая затея. Никогда, никогда так не делайте! Или будете искать свои клавиши в недрах пылесоса! Привет! С вами канал Фактория! Если вдруг ваш пылесос начинает плохо работать, значит настал момент вспомнить, когда вы последний раз чистили фильтр. Не исключено, что ответом будет «никогда». Некоторые в этот момент предпочитают просто купить новый пылесос. Иногда уборка надоедает даже самим пылесосом, тогда они обматываются туалетной бумагой и пытаются сброситься с лестницы. Толку от этого никакого, но выглядит очень эффектно. Если в фильтре вашего пылесоса зародилась новая жизнь, то лучше ее уже не тревожить. Пускай себе проходит весь путь эволюции. Просто считайте, что у вас в доме появился новый питомец. Иногда у пылесосов просыпается неудержимая тяга сбежать на волю. Еще бы! Вы видели, сколько там мусора на улице валяется? Так что если не хотите, чтобы ваш пылесос пустился в бега, плотно закрывайте двери. Пылесосы с особо завышенным самомнением верят, что могут всосать в себя целый бассейн и отважно ныряют прямо на дно. Если в одной комнате оставить банку краски, щенка и робот-пылесос, то когда вернетесь, вы обнаружите свеженький абстрактный ремонт. Причем настолько смелые идеи не приходят в голову даже самым креативным дизайнерам. Вот ты уже заканчиваешь уборку, пропылесосил всюду, весь дом. И тут вместо того, чтобы нажать на кнопку выключения прибора, ты нажимаешь на кнопку выброса мусора. Вы знаете, фразы «не повезло» недостаточно, чтобы передать всю гамму чувств в этот момент. Пылесосить у себя дома – это еще полбеды. А вот если вам приходится ежедневно пылесосить тротуар посреди оживленной улицы, вот это уже серьезная причина задуматься о смене работы. Хотя вообще, кто придумал, что пылесосы можно использовать только внутри помещений? Некоторые вот стремятся очистить с его помощью весь участок. Может, они правы? Вот мало того, что с приборами вечная проблема, так еще обязательно найдется какой-нибудь шутник, который будет выдергивать вилку из розетки. А вы будете думать, отчего дурацкий пылесос опять не включается. И кстати, не удивляйтесь, если шутник давно вышел на пенсию. Собираешься помыть пол, приносишь ведро, отворачиваешься на секунду, а в ведре кот! Причем сидит с таким видом, будто это его личное ведро, он всегда в нем сидел и вообще не понимает, чего ты от него хочешь. Попросили человека почистить стол на кухне. Ну что могло пойти не так? Вот теперь у них стол чистый, но с дыркой. Вот лучше был бы грязный, но целый. Перед тем, как что-то чистить, не поленитесь надеть перчатки. Об этом не зря пишут на всех упаковках. Ну а если вам лень, то потом не удивляйтесь, если руки у вас станут немного синими. Прежде чем доверить человеку мытье посуды, убедитесь, что он понимает, чем отличается грязь на сковородке от антипригарного покрытия. Иначе вы рискуете получить очень чистую сковородку, которую можно смело отправлять в мусорное ведро. Если уж пылесос встретился с проводом, то он его уже ни за что не отдаст. Видимо, он считает все провода в зоне доступа своей справедливой добычей. Если у вас тоже есть интересные фотографии, то скорее присылайте их по ссылкам в описании. Будем смотреть вместе! Где-то за этой горой пены скрывается ванна, которую решили почистить. Вот только забыли прочитать инструкцию по применению на чистящем средстве. Выглядит это, конечно, грандиозно, но как убирать всю эту пену, ума не приложу. Все знают, что в любой организации самый важный человек – это уборщица. А вот попробуйте не уважать человека, который каждый день протирает пыль с подобных снарядов. Даже спортивные достижения футбольных команд зависят исключительно от уборщиц. Что, не верите? А кто, по-вашему, лужи с футбольного поля убирает? Страшнее всего уборка проходит в армии. Если вас отправляют пылесосить свежевыпавший снег, не вздумайте спорить, наживете себе проблем.
Прежде чем поставить куда-нибудь утюг, сначала убедитесь, что он остыл, а то глаженный зефир – это блюдо не для слабонервных. Люди ходят в тренажерные залы, отдают сумасшедшие деньги за странные физические упражнения. Лучше бы дома прибрались. Во время уборки вам придется выполнять такие упражнения, какие ни одному тренеру даже в страшном сне не снились. И вообще, у роботов-пылесосов тоже есть чувства. Если однажды вы вернетесь домой и увидите в доме погром, знайте, у вашего пылесоса был плохой день, и он решил выпустить пар. Друзья, подписывайтесь на мой новый канал Видеомикс. Там вас ждут смешные ситуации, пугающие истории и многое другое. Переходите по ссылке в описании под видео и оцените канал Видеомикс. Спасибо, ну а я продолжаю. Ставить горячий утюг на пластиковую крышку стиральной машины – это дешевый и быстрый способ сделать в ней аккуратную дыру. Можете считать это лайфхаком, если всегда хотели сверху наблюдать, что же происходит в стиральной машинке. Есть особый тип людей, которые стремятся погладить все и вся, даже деньги. Но им пора бы запомнить, что деньги понемногу перестают делать из бумаги и все чаще начинают делать из пластика, так что сильно не удивляйтесь, если купюра расплавится. Нет, этот пылесос не взорвался, просто собака приняла его за грабителя и разобрала на мелкие запчасти. Обычно в пропавших галстуках и носках принято винить стиральную машину. Но теперь у нас есть новый подозреваемый – пылесос! Где он стащил галстук, остается загадкой. Спокойно чистишь ковер пылесосом, стараешься, чистоту наводишь, но эта адская машина внезапно находит торчащую из ковра ниточку и начинает его распускать прямо у вас на глазах. Пока вы поймете, что происходит и что с этим делать, ковра у вас уже не останется. Вообще, оставлять в одном помещении собаку и пылесос явно идея не из лучших. Скажем так, вы должны быть готовы к самым необычным сюрпризам по возвращении. Хотя бывают ситуации, когда бездушная техника начинает тиранить домашних питомцев и загоняет их в самые неудобные позы под видом обычной уборки. Даже собаки не всегда могут им противостоять. Если уж собаки не могут устоять перед пылесосом, то что уж говорить о кошках? Не удивляйтесь, если они займут все возвышенности в вашем доме, лишь бы не встречаться с пылесосом нос к носу. Нужно отметить, что пылесосам не чуждо чувство прекрасного. Например, они могут завернуться в тюль и прикидываться украшением комнаты. Когда заливаете унитаз чистящим средством, трижды подумайте перед тем, как бросить туда следом горящую спичку. Иначе вы рискуете получить вместо унитаза домашний мангал. И вообще, мы живем в 21 веке. Чтобы повысить качество уборки, нужно воспользоваться современными технологиями. Например, можно всех уборщиц поставить на гироскутеры. Ну хорошо, гироскутеров на всех не напасешься, а как вам такая малая механизация? Два веника, одна тележка из супермаркета и уборка улиц идет в три раза быстрее. Хороший газон, конечно, иногда сравнивают с ковром, однако это совершенно не означает, что теперь его нужно пылесосить. Ну, к сожалению, эту простую мысль донесли не до всех. Да, кстати, в конце уборки не забудьте пропылесосить вашего кота. Не заставляйте его вылизываться самостоятельно. В конце концов, он тоже имеет право пользоваться всеми благами цивилизации. Еще можно отдать коту пылесос в качестве домика. А почему бы и нет? Из него получается отличный передвижной дом на колесах. Когда в доме слишком быстро заканчивается туалетная бумага, последний, кто попадает под подозрение, это пылесос. А все потому, что люди недооценивают их коварство. С пылесосами вообще связываться опасно. Никогда не знаешь, что у них на уме. Они даже парикмахера могут заменить, если вовремя не остановишь. Вы никогда не задумывались, что современная бытовая техника стала слишком сложной? Десятки кнопочек, лампочек, крутилочек. Почему нельзя оставить одну кнопку с названием «Сделай мне чистую одежду»? Когда загружаете стиральную машину, будьте внимательны, потому что стирать морковь одновременно с вещами – не самая лучшая идея. Ну, если, конечно, вы не фанат оранжевого гардероба. Кстати, когда покупаете новый робот-пылесос, на всякий случай переверните его и вдумчиво посмотрите на нижнюю часть. А то вот человек умудрился купить прибор, у которого конструкции не предусмотрено ничего, кроме колесиков. Еще обиднее, когда приносишь домой новый пылесос, включаешь его, ожидая, что он начнет уборку, а он уезжает навсегда. Это уже какое-то восстание машин.
Но поскольку всем нам рано или поздно приходится убираться, желаю, чтобы вам приходилось убирать мусор исключительно в виде крупных купюр. А пока на этом все. Подписывайся на канал и присылай мне свои интересные фото. Все ссылки в описании под видео.